Национальное агентство по регулированию в энергетике проводит публичные дебаты по вопросу тарифов на газ в текущем году. На заседании в среду представители акционерного общества «Молдовагаз» представили цены от поставщика. Таким образом, компания предлагает ввести окончательный тариф на газ от 4914 лев за 1000 кубометров. В свою очередь, НАРЭ, согласно новой методологии расчета, предложила снизить тариф и установить его на уровне 4420 лев. Помимо этого, НАРЭ призывает «Молдовагаз» сократить убытки и продолжить работу в этом направлении. Напомним, что ранее НАРЭ предлагала снизить тариф на природный газ в 2018 году на 20,3%.